То, что нас окружает, результат действий и поступков человека. Именно поэтому сейчас крайне важно сделать правильный выбор в пользу будущего. Развивая культуру осознанного употребления, Перекресток уже сегодня реализует большое количество инициатив в направлении экологии, здорового образа жизни и благотворительности. Делая выбор в пользу будущего планеты, Перекресток уже не первый год реализует акцию «Добрые крышечки». В супермаркетах установлены специальные боксы для сбора пластиковых крышечек от питьевых продуктов. Все собранные крышечки сдаются на переработку. Перекресток вносит вклад в уменьшение количества пластиковых отходов. Благодаря фондоматам любой покупатель может принести в супермаркет использованные пластиковые бутылки и сдать их на дальнейшую переработку. Перекресток выступает за раздельный сбор отходов. Именно поэтому в супермаркетах установлены специальные боксы для сбора использованных батареек. В наших магазинах даже самые маленькие покупатели легко учатся обращаться с полезными для здоровья продуктами. Перекресток формирует привычку здорового образа жизни. В супермаркетах представлен большой ассортимент продуктов в сегменте здорового питания. На продуктах бренда «Зеленая линия» любой покупатель легко может найти информацию о 100% натуральном составе товара и его сроках годности. Перекрестки питания не только полезное, но и вкусное. Для покупателей представлены зоны с правильными сладостями и полезными перекусами. В магазинах Перекресток любой покупатель может получить помощь в выборе товара. Наши сотрудники проходят обучение по коммуникации с людьми с ограниченными возможностями здоровья, что делает наши магазины доступными и удобными. Мы также заботимся и о тех, кто потерялся или дезориентирован. Благодаря островку безопасности люди легко находят друг друга. Перекресток создает условия для формирования культуры осознанного потребления. В наших магазинах покупатели могут отказаться от одноразовых пакетов в пользу товаров многократного использования. В рамках социальной программы «Доступная среда» Перекресток и сотрудники магазинов стремятся сделать инфраструктуру в магазине удобной и комфортной для всех. Благодаря пандусам, покрытие которых сделано из переработанных пластиковых крышечек, людям с ограниченными возможностями здоровья становится удобнее совершать свои покупки. Если и вы стремитесь к осознанному потреблению и сохранению экологии планеты, то Перекресток поможет вам в этом. Заходите на сайт x5вместе.ru. На интерактивной карте вы можете найти ближайший к вам супермаркет, в который вы можете принести батарейки, пластиковые бутылки, старую одежду и многое другое. На сайте вы также сможете найти полезную информацию и те проекты, которые реализует Перекресток в сферах здорового образа жизни, экологии и благотворительности. Перекресток. Выбор в пользу будущего.